В Алматы открылась уникальная выставка, раскрывающая историю Казахстана и демонстрирующая большую культуру древних кочевых племен. Выставка проходит в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби. Об этом пишет газета «Литер». Посетители смогут увидеть точные копии артефактов, которые являются ярким доказательством высокой цивилизации наших предков. К примеру, артефакты золотого человека сарматского периода из кургана Аралтобе впечатляют не только одеждой и дорогими украшениями, но и оружием. Благодаря этой находке удалось доказать, что булатная сталь у сарматов появилась гораздо раньше, чем считали ученые. Поражает своей тонкой работой конское снаряжение уникальные украшения знаменитого сакского звериного стиля. Это является одним из самых высочайших достижений древности. В зверином стиле были выполнены различные украшения в эпоху сако-скифского времени, а также в период расцвета гуннов и тюркского каганата. На выставке представлены и другие экспонаты, охватывающие вехи истории Казахстана. А посетить экспозицию может любой желающий совершенно бесплатно. В Кызылординской области будет запущен цементный завод, не имеющий аналогов во всей Центральной Азии. Об этом пишет газета «Кызылординские вести». Для реализации этого проекта была создана совместная казахстанско-китайская компания. На заводе будут работать исключительно местные кадры, а китайская сторона взяла на себя расходы по обучению ребят из Шиелийского района в своих учебных заведениях. По договору в Шиелийском индустриально-аграрном колледже за счет завода обучились 126 человек. Они были отобраны на экзаменах и собеседованиях из более чем 500 претендентов. После 3 месяцев обучения 46 выпускников были направлены на производственную практику в китайские городские округа Чандэ и Циньчжоу, где расположены крупнейшие цементные заводы Поднебесной. В Китае наших ребят обучают специальностям, которые востребованы в Казахстане. Полицейские Мангистауской области обязали владельцев домашних животных надевать на домашний скот светоотражающие ленты, сообщает информационный портал «Лада». В ходе проведения акции «Внимание на дороге животные» полицейские встретились с владельцами домашнего скота и провели с ними беседу о важности использования светоотражающих элементов. Их можно сделать собственными руками или приобрести в специализированных магазинах. На встречу с владельцами домашнего скота полицейские принесли с собой несколько лент и показали, из какой ткани они сделаны. В случае, если животное будет обнаружено без специальной ленты, владелец будет привлечен к административной ответственности. Как показывает анализ, основная доля ДТП с участием домашних животных происходит в ночное время суток, и такой элемент позволит лучше увидеть животное в ночное время. В декабре в шахтерской столице начнется массовая установка в городских автобусах платежных терминалов. Об этом пишет газета «Индустриальная Караганда». Оборудование уже успешно прошло испытания на 5 разных маршрутах. Уже разработаны и выпускаются платежные карты, ведутся переговоры по предоставлению номеров колл-центра. В специальные списки внесены и данные карагандинцев, кому полагается льготный проезд в общественном транспорте. Казахстанско-корейская компания, вложившая инвестиции в этот проект, уже открыла офис в Караганде и проверила исправность встроенных GPS-датчиков, антивандальных систем и величину пассажиропотока в городских автобусах. Ну, на этом у меня все. Арыстан. Спасибо с обзором региональной прессы. Нас ознакомил Аскар Сергалиев. We'll be right back.